Ты вылетел опять. Все здесь? Да, у всех кружок здесь. А почему мы-то разыгрываем? Мы в гостях, не знаю. Мы сейчас дома или в гостях играем? Это важно. А, и правила гостевых же, да, считается? Да. Ребят, идем на это. Не даем бить оттуда из опорной зоны. Ёб твою мать, блядь. Еще унизили таким голом. Хуеть вообще. Грива у него перевесил. Прическу поменял. Так, побежали там нападающие. Очень неплохо сыграно. Не забивай. Вот типа выше игрока сделал. И толку. Ладно, играем. Стас, а что ты не стал протыкать-то, блин? У них тем более там один защитник задержался. Так было вкусно. Центр. Ой-ой, хорошо. Молодец, он бы его сожрал, скорее всего. Нет. Да ладно. Все, он так бежал, там тоже хорошо. Ладно, моменты не закончились, давайте продолжаем. Так же надо играть. Просто вспомните игру прошлую в кубке. Ребят, не надо передерживать мяч. Вы видели вообще они как играют? Вообще постоянный пас, мяч постоянно движется. У нас же все, блядь, индивидуалы. Могут посчитать, что и время подтягивают. Какой удар с лёта? Опасно! Вот, Алекс, чего ты там его, блядь? Куда ты вёл? Да не, ну он такой пас выдал через опять через мою ногу. Я тебе скажу, не чувствую. Но он сразу меня не выдал пас мне. Я отдавал пас. Девиз нашей команды — я отдал, отдавал, но не отдалось. Не знаю, это может из-за слабой прокачки, я нифига не пойму, из-за чего вот это, блядь, тема. Тут ты куда повел? Накручивают, блядь. Куча народу стояла впереди свободно. Центральный защитник владеет скоршем. Блять, задел, упал. Салютом нет, нет.
Офсайд, офсайд. Под разным языком, они по-разному воспринимаются абсолютно. Да, Джимми? То, как, знаешь, какой-то как плохой, тяжелый клип. Я не знаю, мед варят. Под разным языком. Тихо, тихо, у меня здесь это... прочитал передачу, совершил перехват. Многозадачный. Чем же так делать-то, а? Часто смена флангов идет. Макс, я у тебя возьму. Папа, забей, посмотришь. Ну давай! И на пути мяча защитник оказывается. Как будто, да, команда сборной детсада играет против того, блядь, я хуй знаю кого. Ещё просто. Даже посыл не получается. Потому что они грамотно играют, они надо пас, а потом дают назад. Раз назад, а потом что-то. Чего? От вас, да, добиваешь. Некому дать тебя. Да вот мы отдаем, а вы вратарю плюхаете. Сколько раз уже вратарю плюхнули? Че, продолжений других не было, что ли? А вы сколько раз опасно мне солдали, че? Так мы не можем туда выйти просто. Я бы открою вам маленький секрет, господа. Комментаторы всегда. Вы даете уже, когда там взяли три касания. Вот так конец. Жал, жал, раз пас назад. Раз пас назад уже. Мы с ними, кстати, в сезонах играли неоднократно и выигрывали, блин. Не, вы сказали, что раз там. Это не полный состав был. Ну, наверное, да. Это все из-за Антохиной прически. Конечно, стопудово. У нас больше всех пасов у центрального нападающего. Не странно. Конечно же, если нападающий часто шутит, надо забить один, а дальше пойдет. Но у вратаря немножко другая работа, да, и если сейчас у него пойдет, может быть, команде удастся что-то поправить. У него пойдет, а он нападение. Опасный момент! Пошел. Блядь.
Давайте, давайте поактивнее на их половине. С игроками без мяча. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. И назад, к родному порогу. Мог отскочить наверх. Вообще как-то непонятно. Чувствовал, что у них игроки все, блядь, на 100% прокачаны. Ну, не на 100, но... Я думаю, что 90 у всех есть, это 100 пудово. А половина 91. Ну, ты куда в борьбу выходишь постоянно? Вот эти дреды, они вообще даются, когда прокачано вообще все. Блин, ну зачем так сильно? Четыре человека вокруг него, и никто не может до мяча дотронуться вообще, смотри. Он просто там подработал себя под нужную ногу, блядь, и пробил. Даже у нас не бьется. Даже вратарь настолько крут, что, блядь, на нападающий говно, блядь. Этот удар для него вообще. Просто я уже в упор бил там. Ну ты что-то прям у него пробил опять. Не, он выбегал уже. Хотя там, да. Хорошая подача была. Пол позиции, по-моему, даже. Да, подача неплохая. Забьют, блядь, еще. Да, второй матч играть-то будем? Будем, что не будем. Хоть потренируемся. Вот нормального соперника. Видишь? Так вот почаще бы. Ну, с ними давайте будем товарки хоть иногда катать. Да им с нами какой интерес. Просто пусть там вот второй состав там полуторный играет. Разница. Ну куда торопишься, Саш? Я это пропускал, Лёха, чтоб не это. Ага. Понятно, блядь. Так бывает. С игроками. Шальной. Он технично слинял со стены. На линию сопной все, выйдите. Ладно. Встань в ворота, вон.
очень уверенно. Команда себя чувствует на подступах к чужой штрафной. Жест арбитра красноречив, но пошел за лицевой удар. Интересно, с нашего дивизиона до этой стадии в кубках еще кто-нибудь дошел? Последний из Магикан. Игра продолжается, а вот спор выглядит завершенным. Я думаю, что многие зрители уже покинули. Матерь Божья. Я не знаю, Илюх, у тебя такая паника, когда к тебе мяч приходит, вот я прям не знаю. Потому что я бегу, стоит возле меня три человека, и самый куча мяч летает. Да нет, нет там вот у тебя никаких человеков. Блядь, ну конечно они красавцы, как они в пас катают, такое ощущение, что они за всех играют. Блядь. Это есть автомат, детки, вот так и надо им пользоваться. Возьми, мне пас выдать можно. Контроль, наверное, у них будет 70 на 30 где-нибудь. Атаковал, успел мяч сыграть, все по правилам. Так, подкошенный футболист падает, похоже, потянул мышцу, а ведь контакта-то и не было. Нахуй поворотом раз ударили. Ну, уже 90 минуты. Мы раз-то ударили. А, да, кстати, опасно. Было. Да я даже вообще ничего не сразу меня на игрока прокачал. Вон, видел? Фу, блядь. Не, ну я вроде там без этого отобрал же. Там кто-то офсайд, что ли? Сколько, 5-0? Ну. Ну мы больше проигрывали, ничего страшного. Сейчас в ответку у нас дома, нам и стены будут помогать. Ага, сейчас мы их, да. Обработаем. Сейчас. На 5,3 у меня за матч. Зато пасы 100%. Два из двух его. Не, 4 коротких, 6 средних и 2 длинных. 8 из 12. 13 пасов, Санька. Все 100%.